19 мая открылся очередной навигационный период для маломерных судов. У любителей рыбной ловли и отдыха у воды прекрасная возможность провести свободное время на водоемах. Чтобы отдых был максимально комфортным, ГИМС напоминает судоводителям основные правила безопасной эксплуатации маломерных судов. К эксплуатации допускаются суда, прошедшие в установленном порядке государственную регистрацию и техническое освидетельствование. К самостоятельному управлению грибным маломерным судном допускаются лица, достигшие 16 лет. Моторными судами могут управлять лица, достигшие 18 лет. Регистрации подлежат грибные маломерные суда грузоподъемностью свыше 225 килограммов, а также с подвесными лодочными моторами, независимо от грузоподъемности. Заранее необходимо побеспокоиться и об удостоверении на право управления судном. Оно должно быть у тех, кто эксплуатирует судно с подвесным лодочным мотором более 5 лошадиных сил. Из документов при себе должен быть техосмотр для тех судов, которые подлежат техническому освидетельствованию. Судоводитель и лица, находящиеся на маломерных судах, должны быть в застегнутых спасательных жилетах. А суда укомплектовываться, значит, спасательными средствами промышленного изготовления, по количеству людей, находящихся на вашем маломерном судне. Пренебрежение правилами в этом году уже привлекло к трагедии. В Драгичевском и Пинском районах погибли два человека, которые управляли маломерным судном без спасательного жилета. Сотрудники ГИМС напоминают, что перед и во время управления судном категорически запрещено употребление алкоголя. При отсутствии судового билета и сертификата о допуске эксплуатировать суда запрещается. У нас, вы сами видите, засорены очень сильно берега. Хотелось бы обратиться к отдыхающим, чтобы не оставляли за собой мусор, соблюдали пожарную безопасность на водоемах, так как у нас в этом году особенно год такой сухой, это самое. И если вы собираетесь отдохнуть, купаться, то купаться надо в отведенных специально для этого местах. Важно помнить, что судоводителям ближе 50 метров в огражденной зоне пляжа подъезжать на маломерных судах запрещено. При использовании водных лыж или других устройств не ближе 100 метров.